Зарегистрировать в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль, разобраться в системе ГИС ЖКХ. Сотрудники многофункционального центра работают в выездном пункте, который организовали на базе ресурсного центра проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом» в Красноглинском районе на улице 8 марта, 10. Ну, это, конечно, уникальная история для нашего района, потому что все вы знаете, что у нас 6 далеко отделенных друг от друга поселков, и на территории Красноглинского района единственный многофункциональный центр, который находится в микрорайоне Крутые Ключи. Вы сами понимаете, насколько проблематично жителям поселка Прибрежный или Березы до туда добраться. Поэтому для нас это уникальная возможность. За помощью к специалистам обратилась Татьяна Гришина, житель поселка Управленческий. Как председатель совета своего дома, она решила разобраться во всех тонкостях платформ госуслуги и ГИС ЖКХ. Далеко ехать не пришлось, сотрудники центра сами приехали в поселок. Такие консультации специалистов МФЦ проходят в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом», инициированного губернатором Дмитрием Азаровым в прошлом году. Ну, это же удобно. Зачем? Не надо там ходить куда-то в дополнительные организации. Все есть в приложении, и все можно решить с помощью приложения. И коммуналку оплачивать, и собрание жильцов мы пока не делали. Вот как раз я и хочу, чтобы вы объяснили, чтобы этим заниматься. Электронный голосование. Что очень важно. Но все это нужно знать, и всему нужно научиться. Всего на территории Красноглинского района 3 ресурсных центра в поселке Береза, Красная Глинка и в Управленческом. Они работают во вторник и четверг с 16 до 19 часов. Проблемы жителей там решают в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Система ресурсных центров призвана также дать площадки жителям для того, чтобы они могли туда прийти, решить свои вопросы, получить консультацию. И, в частности, одна из первых услуг, которая уже приехала в ресурсные центры, это выездные пункты работы МФЦ города, специалисты МФЦ на территории районов, в удобных пунктах для жителей близости непосредственно к дому, помогают восстановить или заново открыть учетную запись на системе госуслуги «Решаем вместе». Что это дает? Система госуслуги – это огромная платформа, на которой жители могут получить как информацию, так и сами государственные муниципальные услуги. В Красноглинском районе состоялось уже 5 выездных консультаций сотрудников МФЦ. Следующие пройдут 6 декабря в поселке Управленческий и 19 декабря в поселке Красная Глинка. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.